Дело в том, что нет нам оправдания, просто в последний момент, как обычно, пошли технические проблемы, потому что кое-кто кое-что сделал неправильно. Пока скажите мне, хорошо ли меня слышно, и спасибо всем за поздравления. Сегодня мы будем играть в Outlast, и играть будет на самом деле Даша, потому что я через эту жопу уже прошел, пусть теперь страдает она. Так, ну вроде я поставил. Угу. Кущей, ты что спряталась-то? Я жую, я ж не буду хавать на камеру. Зайдет кто-нибудь на стрим, скажет. Что за нервный тик у чувака? О боже, я не хочу играть. Надо, надо. Так, это я запускал игру, чтобы посмотреть, как она работает. Это нормальный звук был? Вы... Не трогай Артурочку, пишет. Вы Блейк Ла... Это мама моя, да? Это твоя мама, точно. Здрасте, ма. Лангерман, ее муж, помощник и оператор. Снимайте все, что видите. Ни один из вас не умеет драться. То есть, от слова совсем. В смысле? На тебя кролик нападет, ты отбиться не сможешь. Ты такой нюня, то есть, вот абсолютно. Я идиот? Да. Я умственно отстал? Да, да. Я очкарик. Жиза. Я моргаю обоими глазами, я забыл, что и как. Короче, как дебил. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie, have a soup pie. Okay. Ирина Горячева, когда ей кто-то сказал, что в нарезках у меня очень плохой голос, она сказала, что на самом деле у Артура очень хороший слух. Она это заметила, потому что она увлекается музыкой. Временами это прослеживается, просто он специально кривляется. На это я и спою. Она не просто увлекается, она, по-моему, преподает у детей музыку. Батарейка. Даст донат подписки. Ты просто неправильно мне подсказывал насчет того, что куда нужно именно толкать. В смысле, там лестница, к ней надо толкать ящик. Как можно догадаться до чего-то другого, кроме как толкать лестницу до ящика, я не понимаю. Мой чат меня поддержит или Даша, чат? Ну, естественно, у тебя, блин, 3000 зрителей, 4, а у меня, блин, 700. Конечно же. Двигайся. А где я вам? Он под нами там лежит. Будь мой маленький поросёночек, тут спит мой маленький поросёночек. Кто поросёночек? Эван поросёночек. Поросёночек. Извините. А где Тося? Тося сзади на диване спит. Твич, запись будет? Да. Я просто подумал, что кирпич. Просто у Даши раньше нормальный был звонок, а теперь она поставила... Что ты поставила? Что это за музыка такая? Йоу, там. Ну, из этого самого, из Форсажа. Из Форсажа? Там сцена, где дрался Скала со Стэтхэмом. Скала со Стэтхэмом? О, это прикольный момент. У меня просто, блин, у меня 1.5 года телефон, у меня звонок был такой... Типа... Чат, не благодари. Артур, что ты наделал? Я могла выжить! Да, теперь ты выживешь точно. Эван, ну подвинься. Подвинься. Тело легло такое. Вниз трахнуло землю и дало жизнь великому и горбатому ужасу из огня. Я была наполнена тем же страхом, таким сильным, что я не могла дышать и двигаться. И увидела, как много лет назад ослепляла Даниэля щелочью и попыталась поплакать, но не смогла. И когда я проснулась, то была мокрой от похоти, болезненно желающей ощутить в себе мужчину. И это чувство... Я покраснела. И это чувство было очень похоже на страх. Я попыталась успокоить себя наставлением. Ужас похож на радость движения Бога, но мне бы больше помогло ощущение твоего мужского начала во мне и неистовая молитва о том, чтобы Антихрист задохнулся в моем чреве. Самое верное из твоего стада в священном возжелании Лиза. Япона-мать Лиза! Я покраснела. Я вот за это ачивку получил на PS4. Ты чё? Беги в окно! Ты чё, мужик? Ты чё?
Чё за нахер? Бочку! Даша, надо что-то делать! Иди нахер! Беги, беги, инвалид! Беги, беги! Беги, инвалид! Чё инвалид-то сразу? Обидно! Быстрей! Закрой дверь! Забей! Да беги! Там еще сидит. Куда? Да свет включи. На свет беги. Нахуй. Что происходит? Что происходит? Обернись. Как она это прошла? Причем, смотри, она, так, чё, она в два раза быстрее чё? Меня все это проходит. Куда он понес? Тарик, я вижу. Им что-то по мозгам дало, и тебе тоже. Да? Так, песнь повитухи. Дитя идет, готовьте нож созданию ночи. Спасибо большое. И матерь за грехи свои несет врага внутри. Надо этот читать. Славься, Боже, бурю шли. Нам неведом страх. Враг родится, чтобы сгинуть в храмовых вратах. Живот растет, дитя, посланец темных сил. У врат мы молимся, и свой готовит нож Иезекииль. Хором. Идиоты. Да, немножко. Он все хорошо. Даша нормально себя чувствует. Че за хуйня? Простите возражение, как он прошел сквозь дверь! Он прошел сквозь. Ты видел? Ты видел? Он прошел сквозь текстуры. Даша, он прошел сквозь текстуры. У кого ты голден капа? Даша сказала сперма. А знаешь еще какое слово страшное знаю? Секс. Член. Трахаться. Жопа. Писька. Пец. Боже, мы испортили. Испортили людей. Бин? Ну, если не мы, то кто-то другой, понимаешь? Читал фанфик про то, как Джека сбила машина, я его поднял, помог, довел до дома. И потом, в общем, пока он был дома, я... Пялил его в задницу? Нет, Даша, нет, это не так все бывает в фанфиках. Это не фанфики, а какое-то говно. Если там сразу все начинают пялить друг друга в задницу. Ага. Приехала скорая, ему перевязали ногу, ну типа подлечили. А потом он ждал такси у меня cool дома. Cool story, Bob, чатик. И такси не приезжал, и, короче, мы вместе сели смотреть телевизор. Потом в определенный момент мы начали целоваться. Ну, потому что там что-то по телевизору романтичное было. Вот. Хорошая была история. Соси мой член! Боже, чего я еще о своей жене не знаю? Соси мой гигантский членище просто. Гигантский. Мне стыдно. Пошел ты нахер! Простите, чатик. Сохранение было? Нет, чат? Не знаю. Просто Эван сейчас описывается мне здесь. Нам пора заканчивать. Баба, у тебя его нет. Ты плохо меня знаешь. В смысле? Проигрывай. I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have... Артур, у тебя жена секрет. Ты веришь, что он спит? Ударил по руке. Когда человек спит... Книжку кинем ему в лицо. Не, подожди, заберись под кровать. Ты прикалываешь? Ну заберись, ну пожалуйста. Зачем? Я тебя просто ненавижу.
Че я сделал-то? Теперь у меня на одного врага Бля, Артур, я просто тебя ненавижу. Я просто ненавижу. Беги, Даша, беги. Сломать. Типа пробить. Я хотя бы пробую. Не, ну тут так. Ну, не намекать ничего. Я догадалась. Ёб твою Иисус. Господи, как. Не. Упади. Тихо, Даша. О, боже, я не могу залезть в бочку. Отпусти кнопочку. О, я не могу. О, я вылезла в бочку. Где есть? Ну, Даша. Какой кошмар. Что же делать? Тихо. Ладно, все, я больше не буду. Налево, да? Падай! She was just a kid. Рога лепит. Бараньи причем. Хватит пинусы снимать. В смысле, хватит? Минусов никогда много не бывает. Это сказала девушка. Выиграл, конечно. Там тело какое-то стоит. Оно светится. The children of hell, but also the opportunity of our salvation. God is great and not is his right. Я бы тебе подсказал, но я честно не помню. Справа. Здрасте. На четвереньках. Здрасте. На этом хау. У него мачет. Пойдем. Не, ну лезть на мужика с мачете. Это довольно плохая идея. Я думала, он мирный. О, господи, Эван, я тебе чуть ногу не переехал. Давайте я вам Эвана пока покажу. Он типа весит 12 кило, но вот эти вот. О, боже, какой ты тяжелый. Эван. Эван. Вот такая у меня собака. Она очень сильно выросла и теперь реально огромная. А то себя показать не могу, потому что она спит вон там сзади. Если вы посмотрите, вот прям там она спит. Эван. Куда бежать? Ha 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 ha!
А что ты ржёшь? В смысле, ну типа... Что делать от тебя? Я не знаю. Как камеру выключить?